С вами товарищ Витязь от Винта. Это летсплей по Майнкрафту. И сегодня я вам покажу новую карту. Это Катеринское метро. Тоже проклятый. И сегодня я хочу вам показать станции, которые я успел построить. Объясняюсь, по каким долгим причинам у меня не было видео. У меня случилась такая дичь, я случайно задел микрофон, и он вместе с микрофоном полетел, и планшет. В результате планшет у меня оказался поломанным, и пришлось мне экстренно отдавать гаджет в ремонт. Итак, приступим. Первая станция, если не ошибаюсь, по названию Арсеньевская. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит, Арсеньевская. Станция Колонная, открыта в 1955 году. Видите, вот она так выглядит. Это пути в сторону Катинской. А это в сторону тупика. Вот такой у нас тупичок. Типичный из этого НТМС Успенского метро. Ну что ж, едем дальше. Осторожно, дверь закрывается. Станция Катинская. Вот так выглядит станция Катинская. Она не колонная. Открыта в тоже 59-м. Так она... Ой, дождь. Давайте не будем дождь. Ходить, ну нафиг дождь. В Майнкрафте уже ночь. Те пути в сторону Арсеньевской, а туда в сторону Бурбового Ушакова. Я уже вам покажу уже в этом, на этой карте, две первые наземные станции, которые я построил. Тупиковый тупик. Это станция, если не ошибаюсь, бульвара Ушакова. Вот она так выглядит. То есть, вот так она. Касса. И так далее. Типичная станция метро. Так. Так, здесь тупики. Хотел построить раньше, но сделаю топо. Вот она топо. Тече Катинская. Вот он, здесь поезда работают в серии Ёж-1, Ёж-3. Уже планирую новые поезда советские. Строил для эскорта одной подписчики. Чицы. Если когда-то это будет видеть смотреть, это для тебя. Посмотри, как я сделал эту карту. Это так, станция потом Станиславский. То есть она построена здесь ипподрома. Но я не знаю, где построить ипподром. Либо где-то там, либо где-то здесь. Касса типичная, метро. И дальше мы едем в сторону СВД пути в тупик. И одна станция, это станция открыта на ремонт. Даже табличка отмечена. Та-та-та, станция была открыта 10.07.1957 года. Как эти, я не знаю, как тараканы. Здесь же станция Андреевская площадь. Вот так она выходит. Это Андреевская площадь. Я здесь хотел, но план не остался планом. Это у нас переход на еще одну станцию. Вот видите, переход на Катинско-Николаевскую линию. Вот так она выглядит. Но я потом ее покажу. Я делаю обзор и на первую, и на вторую линию. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция выставочная. Здесь СВД пути на вторую линию. Так. Дальше идет длинный перегон. Метромост такой я красиво сделал.
Вот она, станция выставочная. Та же колонная. Не имеет никаких присадок. Не очень глубокая. В сторону Арсеньевской и в сторону, если не знаю, какой станции, я просто забыл. Тубик такой небольшой. Это еще одна станция, называется она, если не ошибаюсь, Площадь Победы. Да, Площадь Победы. Здесь будут еще поезда до третьей линии, как видите, вот уже. Здесь будет сейчас пути третьей линии. Значит так. Здесь же станция Ботанический сад. Здесь уже должна быть соединить с третьей линии. Это у нас станция Ботанический сад. Вот она так выглядит. Где-то вода уже жалит. Слышите? Такой типичный выход с платформы. На соседней станции, блин, здесь пришлось немного дизелей пожечь. Ленинская. Следующая станция. Это станция Ленинская. Вот так она выглядит. Копия является станция Проспект Ленина из игры NMC Успенский метро. Так, где-то здесь депо было. Ой. Так, я быстро запутаюсь. Метки на карт нет. Есть вот такие небольшие естественные пути. Вот здесь у нас подъем в депо. Давай. Вот на депо, точнее, второе, Березовское. Если сплотился поезда серии ЮШ-3, и 817-717-17.5М коэффициент сплотился советский, но и здесь тоже будет сплотился поезд советский. Подробности я ВКонтакте напишу про эту карту. Вот это вторые пути. Вот такая у меня проблема станция. Это у нас... Какая у нас там была? Березовая роща сейчас. Что-то я сохранял, то близко не сохранил. Значит так, Ленинская, посадки нету. Выход. Как вы уже заметили, сейчас я вам тупик покажу. Наклон такой. И вот здесь тоже такой тупик. Из ТМС. Успенский метро. Вы как видите, табличка «Конная женская полиция» Кандинского метро. Дата создания 22 апреля 1990 года. Теперь я хочу вам показать ту самую женскую конную полицию. Вот где она находится. Вот она, женская конная полиция Мири, Катинска. Как видите, дайте я вам покажу. Это место, где обучение и так далее, всякое. Тут ухожая за лошадями. А тут манеж, где лошади скачут. Так. Значит так, летим. Все хорошо.
Вот та самая вторая линия. Типа, использовал то составы, которые ходят на второй линии. Это 801.17.14.5, 801.17.14.5m, 801.500.541, 801.500.541.1 и 801.518.19 дальнейшая модернизация. Эта станция, если не ошибаюсь, называется у нас Николаевская. Вот так она выглядит, Николаевская. То есть прибыть сюда, поезда, дальше там посажусь по тому слову. Следующая станция, как вы догадались, Андреевская площадь 2 и табличка. Открыта 10 мая 1974 года. Андреевская площадь 2. Вот здесь у нас такие пути. И дальше у нас идут такие красивая платформа. Вниз идет. Знаю я. А видео надо записать. Вот такой у нас переход. И вот у нас станция. Следующая у нас платформа, если не ошибаюсь, Фрунзенская. Значит, так сделаем. Сейчас быстро пролетим это все дело. Вот такой у нас СВД-шный участок. Вот он, метро мост. И дальше у нас обучение. Вот она, станция Фрунзенская такая. Красивая. Такой выход красивый. Молодежная следующая. Тут был участок. Вот она, молодежная. Здесь будет переход на третью линию. Вот она выходит. Следующая станция у нас Синая. Такое красивое название. Вот она, Синая станция. Ух ты, вы уже выехали начало, посадки нет. Тут СВД-шный путь, а тут путь будет на служебную линию. В принципе, пока что на этом все. Также зацените мое новое инфо. Что лучше, старое или новое? Лайк — это то есть старое, а новое — это дизлайк. Пишите в комментах, ставьте лайки. С вами был Витязь Про. Пока.